ходили по советам как раз Сергея. И Сергей Николаевич, приветствую вас в эфире. Да, добрый день. Какая у вас там фоточка была прикольная моя, где вы такую нашли? Мы вам ее обязательно отправим. Спасибо. Мы используем папарацци для того, чтобы получать классные фотографии наших спикеров. Сергей Николаевич, расскажите, как дела на вашем производстве? Да, то есть вы вообще рекордсмен по прохождению кризисов. Помимо кризисов, которые связаны с экономикой, вы еще сами себе создаете кризисы постоянно на производстве. Вот, и успешно с ними справляетесь. Поэтому, наверное, более опытного человека в нашей компании, кто проходил еще 98-й год, таких и нет. То есть у вас количество кризисов сравнимо с количеством лет в бизнесе тех, кто многие сегодня участвуют на нашем мастер-классе. Да, наша компания с 95-го года на рынке. Соответственно, проходили мы практически все, что было в России. Только 92-й год, наверное, мы пропустили. А так, в принципе, было все у нас. Сейчас, если говорить о том, что происходит на рынке, то происходит вообще какая-то фантастическая история, честно говоря. То есть понятно, что там Украина, я в политику не лезу, и в те страдания, которые испытывают сегодня люди, находящиеся в этой стране, я тоже не лезу. Все это понятно, я думаю, что здесь не обсуждается. Я говорю о том, что сегодня происходит в нашей стране. В нашей стране произошла фантастическая вещь. Фактически мы вернулись обратно а-ля там в 90-е годы, в хорошем смысле слова, в 90-е годы, когда рынок освобождается. Но в отличие от 90-х годов, у нас сегодня есть законный порядок в стране, а там был бардак полный. У нас сегодня есть армия, и все-таки в любом случае мы чувствуем себя достаточно безопасно, а тогда была Чечня, и там вот я тоже должен был быть в армии, но по зрению я не прошел. Вот, дальше у нас есть банковская система, а тогда ее вообще практически не было. Были какие-то только пирамиды, и если ты хочешь деньги, то ходили друг у друга занимали. То есть взять где-то кредит было вообще нереально практически. Дальше сегодня есть очень сильное государственное и муниципальное управление. То есть у нас прекрасные города, дороги, тепло, свет, безопасность. То есть, ну, в принципе, мы живем, я считаю, в шикарной стране с точки зрения именно управления. Дальше, и самая отличительная черта сегодня, что у нас есть, это у нас есть производственные мощности, у нас есть опыт, команды, продукты, процессы, есть сформированные рынки, те же торговые сети, да, дальше, и у нас наступила такая ситуация, когда ушли конкуренты, то есть начинают все уходить. Уходят Макдональдсы, уходят Кока-Колы, там уходит Нестле, там и т.д. и т.п. Аллилуйя, вот реально, надо сказать, аллилуйя. То есть это фантастическая, конечно, тема, когда при всех наших опытах и возможностях нам жизнь подворачивает таким образом, что можно вернуться в 90-е годы, но вот такими мощными, как сегодня. Я считаю, простая тема, каждый должен заниматься своим делом. То есть, условно, вот мы кондитеры, например, да, уходит Нестле. Мы должны посмотреть, например, там Нестле, или там пока не уходит, но там, предположим, если будет уходить, да, мы сразу должны посмотреть полку, что у нас освобождается. Просто сделать замещение. Причем я вообще пропагандирую такую историю, что немножко превратиться в китайцев. Надо действовать быстро и дерзко, не надо там сопли жевать. Условно, есть там какая-нибудь Россия, щедрая душа, эти конфеты. Вот максимально близко надо шлепать эти конфеты. Замещать просто дизайном, названием, вкусом, цветом, формой, ценой, всем просто максимально близко замещать. Но решили они уйти, ну там мы как бы мы понимаем, что на них оказывается тоже бешеное давление. Ни один производитель не уходит по своей воле, явно, что это политическое решение, они никуда не могут деться, они в тисках жесточайших, они вынуждены покинуть рынок не по своей воле. Но так получилось, то есть мы их не осуждаем, но у нас сегодня возможность. В следующие там 3 года надо вырасти каждому, каждый обязан, кто сегодня слушает здесь вот эту речь, да, вырасти минимум в 10 раз. Просто забирайте все, что рядом есть. Запчасти, там вот Айдар сегодня рассказывал про автомобили, все, что есть рядом, все, куда ты можешь дотянуться, куда у тебя руки только могут дотянуться, все забирай. Если раньше там кто-то маслами продавал, там кто-то занимался маслами, сегодня нету, ставь точку по продаже этих там масел. И вот мы кондитера, соответственно, мы не делали шоколад, надо срочно начинать делать там шоколад, конфеты, там булки, не знаю, то есть все, что мы не делали раньше, сегодня есть ниша, надо бежать просто и ее забирать.
Подтвержу также то, что ребята говорили, это шикарная тема для сбора команды. Фантастическая история, потому что 30 лет все мультинационалы выкармливали здесь кадры. Маркетологов, коммерсантов, финансистов, экономистов. Они вытащили мощно кадры, научили нас работать. Вот русских научили мощно работать. Мы умеем уже работать. И сейчас они уходят. Надо быстро собрать, заняться хантингом и быстро забрать все кадры с рынка. Прям вот вылезать. Я всегда был против хантинга, никогда этим не занимался. Сейчас другое время. То есть сейчас самое главное, у меня сегодня тоже была такая история. Я сегодня 6, кстати, в офис вывел 6 человек одновременно в один день. 6, 3 из них топ-менеджера. То есть для нас это прям, ну, это очень много, чтобы в день 6 человек вышло. И, соответственно, у меня сразу топ-менеджер задает вопрос, какая цель, какие KPI, все остальное. Я говорю, у нас один план, у нас нет плана. Стратегия такая, что нет стратегии. То есть мы просто идем сейчас на рынок и забираем все, что плохо лежит. Вот по стратегии собираемся, плохо лежит, плохо. Как забираем? Вот так забираем. Идем забираем, то есть подрезаем весь рынок. Поэтому кайфуйте. Во-первых, живите одним днем. И что еще хочу порекомендовать? Не думайте о том, что там будет. Будет дефолт, не будет дефолт. Какая фиг разница? Его не будет в одном случае. Если каждый просто заберет свою часть, свой пирог отрежьте, станьте богаче. Все, вот я кондитер. Я всех накормлю вот едой, гарантирую. То есть буду кормить свой, то, что я умею делать. Буду делать вафли, конфеты, булки, там пирожные. Айдар, если занимается обслуживанием автомобилей, пусть обслужит все автомобили. Заберет все, что только есть. Там. Вымоет все машины, там, починит, масла продаст, запчасти притащит, там, какие-нибудь Китай, Турция, не знаю, как угодно. Просто забирает свою нишу. Если каждый заберет просто свою нишу, станет в 10-100 раз богаче, мощнее, у нас никаких дефолтов, никаких проблем не будет. Сегодня шикарная тема. Мы все умные, все с ресурсами зашли в эту нишу. Надо ее забирать, эту нишу. Просто подхватывать и вперед. И кайфовать от тех возможностей, которые у нас сегодня присутствуют. Ну, Сергей Николаевич, самое позитивное вообще, самое позитивное. Вот я вам хочу сказать, человек, который прошел столько кризисов, да, то есть он реально, видно по нему, кайфует от той ситуации, которая есть сегодня. А что с технологическим обеспечением, Сергей Николаевич, вот с точки зрения там, ограничений поставок с Европой оборудования, да, как будет себя чувствовать технологичный? Да. Значит, технологически уже мы, понятно, что провели с нашими производственниками общение. То есть каким образом? У нас, чтобы понимали, было всегда швейцарское, голландское, австрийское, немецкое, итальянское оборудование. То есть никаких там российских практически не было запчастей и там Турции. Провели, соответственно, общение с командой. Команда говорит следующее, что сегодня в России много есть неплохих производителей. То есть можно смело там половину тех печей, которые там печей, там упаковщиков, которые у нас есть, смело заменять российскими. Раз. Второе. Переключаться на Китай, переключаться на Турцию. То есть оперативно, да, возможно, это не то качество, там, которое предоставляют европейцы, американцы, надо признать все-таки, как бы качество. Но если сравнить автомобили, китайские машины неплохо ездят. Да, это не Mercedes, да, это не Audi, не Bentley, там, но они нормально ездят, абсолютно. То есть к ним нет как бы претензий. Если вот сильно там не выпендриваться, сильно там не придираться к пластику, там еще к чему-то, нормальная рабочая машина. То же самое с оборудованием. В принципе, можно закупать в Китае, можно закупать в Турции, привозить. По крайней мере, лет на 10 там этого оборудования хватит. За 10 лет, я думаю, мы проскочим этот кризис, выйдем богатыми и опять пересядем уже там на Audi, пересядем на оборудование, которое производится в Европе. Ничего страшного не произойдет, я думаю. Плюс в России, опять повторюсь, неплохо собирают его. Можно заменять. Хорошо. Следующий вопрос. Что делать со ставками? Да, вот пишут наши как раз слушатели. Что ставки выросли, там, например, с 7 до 23%, да, сразу. Давайте я объясню. Когда я начинал бизнес, я брал у частных лиц деньги по 20% в месяц. Не 20 в год, не 23, не 27 в год, 20 в месяц. Ничего не делать, работать. Это 2% в месяц, в принципе. Если вот так, ребят, перемножите, да, ставка вроде как бы колоссальная, большая. Увеличьте на 2% стоимость продажи. Все, и покройте свою ставку. Это не такие большие деньги. 2% в нынешней ситуации никто не заметит. Просто поднимите цену на 2%. Как стоимость вашей продукции, отгрузки сейчас изменилась с учетом уже сегодняшнего дня? У нас 15 числа на 10% поднимаются цены.
А себестоимость при этом насколько у вас выросла? Себестоимость на сегодняшний день практически не выросла, но сейчас пошло резкое предупреждение о том, что с понедельника, ну, грубо, сахар был 53, станет 72, масло было 115, станет 135. Ну, то есть там 20-30% какие-то виды сырья, то есть не все сырье, какие-то виды сырья начинают простреливать. Пока как, выборочно. Угу. Как переговоры с сетями, насколько они позволяют на 10% сразу увеличить стоимость? Сети все понимают, что сейчас происходит, на 10% оперативно поднимают. Поэтому тоже как бы заявляйтесь, идите. Мы сейчас идем, скажем так, косяком, толпой. Надо понимать, что полка в сетях будет вымываться. Все мультинационалы там уходят постепенно. Сети это все понимают. Им самое страшное иметь пустую полку. Расширяйте свою линейку. Все, кто не могли раньше зайти в сети, шикарное время сейчас заходить. Начинайте вот прям буквально завтра вставайте, идите в сети, начинайте толкаться. Явно, что вас заметят, явно, что полка будет пустая, вас могут поставить. Заходите смело, не бойтесь. Сейчас наше время производителей. Сергей Николаевич, я вас благодарю за такой бодрый прямо заход, да, то есть и...